друзья! Всем большой привет! Компания Porsche совсем скоро представит новый 911 2025 модельного года. Но перед этим производитель решил немного подразнить нас официальными изображениями и рассказал, что 911 впервые за 61-летнюю историю получит гибридную трансмиссию, которая сделает его еще более динамичным и эффективным. Компания пока не раскрывает подробностей о технических характеристиках нового силового агрегата. Тем не менее, уже известно, что это не будет подключаемый гибрид. Сам производитель называет его гибридом производительности и утверждает, что новый автомобиль может проехать легендарную трассу Нюрбургринг на 8,7 секунд быстрее, чем уходящая модель. Все это благодаря лучшему сцеплению, увеличенной мощности и спонтанной реакции высокопроизводительного гибрида. Если говорить о его внешности, то тут по традиции немецкой компании радикальных перемен не произойдет. Но как показывает история, это даже к лучшему. Более подробная информация будет доступна во время официальной презентации новинки, которая состоится 28 мая этого года. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте. Всем пока!